Я думаю, что тема, связанная с вот, валютной ипотекой, это будет одна из тем избирательной кампании. И оппозиционные партии, такие как коммунисты, эсеры, они, мне кажется, непременно эту тему постараются подхватить и на вот этой протестной волне, на обещаниях вот этим пострадавшим товарищам попытаются получить себе рейтинг. Но тут, понимаете, тут палка-то, как говорится, о двух концах. Ведь эти заемщики, которые брали деньги в долларах, они брали почему? Или в евро, они брали почему в валюте? Потому что низкая процентная ставка. То есть они тем самым надеялись, так сказать, сэкономить. Но, к сожалению, общая экономическая ситуация сработала не в их пользу. Вот. И, ну, конечно, людей жалко, но, так сказать, но как? Надо тогда действительно законодательно регулировать как-то деятельность банков, запрещать валютные кредиты на территории Российской Федерации, ну, например. Ну, тут помощь может быть какая? Либо кто-то заставит банки перевести вот эти задолженности в рублевые кредиты, и тогда как-то, так сказать, это поможет людям. Ну, либо, я думаю, что закредитованы до кризиса были многие, и люди просто на вилы поднимут власть, и тогда это все, конечно, будет негативно влиять на результаты выборной кампании для власти, прежде всего.